Ну, мы для себя определились, что мы хотели бы, с учетом мнения жителей города Твери, там, Тверской области, сохранить этот стадион в целевом назначении, центральный стадион города Твери. И для нас очень важно посоветоваться с жителями, но при этом важно разработать концепт правильной современной инфраструктуры, которая могла быть создана на базе этого стадиона. Либо это будет крытый, либо открытый стадион. Вопрос, какие там будут заявлены виды спорта к возможности проводить мероприятия. Ну и, конечно, нам очень важно, чтобы это все было в соответствии с современными стандартами. Вот. И мы полагаем, что это место может, так сказать, стать также очень интересным спортивным объектом, сооружением для горожан и для гостей столицы.